Так, ну что, товарищи, мы приехали в Коктебель, вот он вулкан Карадах. Мы здесь находимся со Светланой. Заселились в номер, да, Света? Угу. Там же, где и жили. Все. И теперь мы здесь будем тусоваться. Вода здесь нормальная, я думаю. Не очень такая холодная. О! А вода прикольная, глянь. Чистенькая такая, да? Вода прикольная, чистая такая. Ну, прохладно, ничего страшного. Скоро нагреется. Там у нас мыс Хамелеон. 9 часов, сейчас уже начало 10. Все, мы в Черном море. Приехали обратно. Отдыхать. Такие вот дела.